компания Ferrari в живописной пустыне окружающей оазис Лива сняла презентационный ролик эксклюзивной версии обновленной модели Ferrari California T Desertorosa, что переводится с итальянского как «Красная пустыня». Уникальность данной пустыни заключается в том, что здесь находятся самые большие в мире песчаные дюны, среди которых арабы проложили идеально ровное шоссе. В презентационном пресс-релизе итальянцы сообщают, что обновленную Калифорнию Т возвышает элегантность, спортивность, инновации и исключительно, что прекрасно гармонирует с красотами пустыни. Мировая премьера Ferrari California T Desertorosa состоится 3 марта на весеннем Женевском автосалоне.